какой стороны? Ой, слушайте, мы все очень обошли. Пустите нас, у нас два пропуска нас ждут вот здесь, в Совете ветеранов. Пропустите, пожалуйста. Сейчас все сюда пойдут, просто уже пропустим. Мы все приехали специально, нас ждут с двумя пропусками. Мы всю площадь обошли. Пропустите, пожалуйста, нас ждет вот товарищ из Совета ветеранов. Так сейчас за вами уже следующий период, понимаете? А там можно заехать, да? Ну, ребята, это не это самое. Экстремальные условия, так для себя вести. От кого вы закрыли? БК закрывают. От кого закрыли? Вон старший девушка. Чудо совсем, времени еще даже 9 нет. Выйдите в бодрость, ладно, мы там обойдем. Автобусы останавливаются за километр с площади. Группой пропустите дело с концом, и там останавливать. Мы выиграли войну. Зачем это нужно было? Я тебе говорю, мы не можем посторонить. Чтоб мафия ловилась подкур. Ну, вот, так, вот там обходите. Еще? Да, еще туда. Да, за Энгельсом войти туда. Все, пошли делать. Сейчас, секундочку, Сава, всех организовано. Группой пройдемте уже. Паша, открой там. Открой себе. Вообще надо было указать, где, что и прямо транспорт. Давай с той стороны. Давай. А, вон свободно. Подожди, что бык посидит, что горик, он еще нет, наломает дров. Который немало наломал дров. Бобу в военкомате. Саня, что, перейдешь тут организованно? Сейчас закроем. В 11 10 минут начала всего этого парада. А что тут еще год не хорошо? Не знаю, я там не был. Кем вы не знаете? Кем вы не
все четыре дела. Она так вот дарила свет, что их на землю положила. Что 20 лет, 30 лет живут. У них за что жили. Трёхи, выборы в нет, все их кто-нибудь из жизни. Время добавляет в списке еще одно. Ставить риск.
Thank you.
Так, ну что, пошли вот сюда. Нет. Куда пошли вот эти? Сейчас посмотрим, оркестр пройдет самый большой оркестр. Что? Вот тут это не Мужчина, можно в сторону чуть? Спасибо большое. Thank you.
Thank you.
Раньше ходила, смотри, как что. А
остатки вменяемости проснулись, видать. Да. Я с утра проехал до Филейки, там дорога без слез не посмотришь. Видимо, что-то где-то остатки совести-то, может, проснулись, что не надо лезть наружу. Вот тут, вот это сделали. Это, и тут, это недавно, так и Федя, так это не знал. Вот стал технологии и воруют. Здесь обсуждать не надо ничего. Это бесконечная тема. Сталина научились носить, не бздят, уже хорошо. Большое удивление было обнаружить его фотографию на официальном сайте капиталистической организации Западного банка.
казалось бы, они его ненавидеть должны. Нет? Видишь, как это портрет? Ну, сложно не заметить. Вот это... Да здравствует красное знамя коммунизма, знамя победы! Ура! Ура! Ну, КПСС идет. Да. Вот сюда вот иди, вот сюда. Только не трясите, пожалуйста. Дорогие кировчане, поздравляем вас с Днем Великой Победы! Ура! Да, 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 да,
Синицыной вон его. Ура, товарищи! Ура! Праздник! Ура! Ну и все. Так, товарищи, теперь вперед. Вам куда надо? Вот свободно пропустил. А, на фонтан не пропустил? Пока не пропустил. Минут 10-15. Сейчас люди разойдутся, будут снимать оцепление, тогда да. А сейчас пока не пустят. Двадцать один.
Thank you.
помогал, блин. Так, нахуй.
Ну ладно, я буду у фонтана. Я в фонтан нажидал, чтобы... Я в фонтан нажидал, чтобы...
Thank you.
Там знаете сколько камер? Без меня там хорошо. А здесь живые люди ходят. Пошлите эти машины там. Нет, нет, никого. Как сейчас полиция сказала? Не знаю, я не знаю.
Thank you.